Так. Мы сегодня зайдем в магазин Red Tag и Flo. Посмотрим цены. Подписчики просили посмотреть, что у нас и какие цены во Flo. Детские. Красочки. Надо было на улице дышать. Сейчас мы в магазине. Ой, какие хорошенькие маленькие. 150. Вот эти классные. Дубки такие. Такие штука другого цвета, светлые. На кеды скидка. О, 20 евро. Вот эти тоже классные. 224. Ну, а вот эти вообще люкки такие. 21 где-то, 22 евро. Ну, мне нравится, конечно, вот эти, но вряд ли мой размер 39 будет. Эти 24 евро. С мехом. 26. Очень классно. Эти 45. О, нет, тяжелые. Здесь блестящие. Замшевые. Ну, по нашей погоде, конечно, не практично. О, вот эти красивые ботиночки. И легкие такие хорошие вот эти. Стоит 300-370. Это сапоги показывает. Ну да. Ничего так, сапоги. На, положи, пожалуйста, на место обычно. Вот эти ботиночки за 30 евро. Ой, какие легкие, удобные, удобные. И эти легкие, удобные. Ну да. Ну да, тоже легкие, да. Класс. Удобные. Угу. Сколько такие? 40. Ой, какие легкие, хорошие. Это чуть-чуть потяжелее, но тоже удобные. Чуть-чуть потяжелее, все равно удобно. Вот эти туфли нашли. Очень легкие, очень удобные. И каблучок небольшой. Вообще. Потрогай, какая это хорошая. Вика на каблуке, конечно, показывает. Но это для молодых, конечно, тоже классно. Положи, пожалуйста, на место. Нет, где? Вот эти вот красивые тоже туфельки, легенькие такие. Хорошая скидка. Вот эти тоже хорошие, легкие, удобные. 24 евро. Кожаная обувь. Ну, по крайней мере, выглядит, что кожаная. Очень легенькая. Вика себе сумку примерила красного цвета. Красивая сумка, действительно красивая. И скидки хорошие. Были 269, сейчас по 15 можно взять. Красивые. Да. Потрогай какой. Ой,
очень легкие такие сапожки, ножки в тепле. Барашки вон какие симпатичные. За 15 евро. Киски тоже. Смотри, какие. Доченька, да, красивые. Красивые, да. Сколько они? 17 евро. Все, можно положить. Да. Ой, вот эти красивые. Очень красивые. Только полка сломалась. Ну вот, видишь, поломали. Вот эти красивые. Быстро-быстро убегаем. Мужка. Классические туфли. За 21 евро. Ну, классика. Мне нравится. Вот эти красивые. О, нет, тяжелые.